Друзья, всем привет! Привет вам с холодной Матеевки. У нас сегодня очень-очень увлекательное будет путешествие. Не велопутешествие, а пешая прогулка по центру города Матеевка. Не совсем недавно мне написал Виталий с Ростова-на-Дону и просит показать улицу Тиверскую, 17, которая находится в поселке Новые Планы. По Новым Планам мы когда-то катались один раз или два. И вот он увидел это видео, я проехал именно Тиверскую улицу. Ну вот он хочет более подробно, чтобы я показал его дом, дом соседей. То есть сегодня выходной, я собрался и выдвинулся. Сейчас я нахожусь в парке, в Пионерском парке, или ныне парк имени Джарты. Сейчас идем на улицу Плеханова и в сторону улицы Ленина. Ну а вот самая та таблица, где написано, что это парк имени Джарты. Ну, я думаю, пешая прогулка по морозному воздуху только пойдет на пользу. Ну и, в принципе, будем снимать все, что вокруг. Улица Ленина. Мы больше половины улицы Ленина пройдем, поэтому оставайтесь на канале, смотрите. Я думаю, будет сегодня интересно. Сейчас совсем немножко пройдем по улице Панченко. Он уже на светофоре, у нас улица Плеханова. Спасибо огромное. О, май гад. Горячий шоколад. У меня это становится уже доброй традицией, как я здесь прохожу, брать горячий шоколад. В прошлый раз он мне очень понравился. Правда, девочка другая делала. Но столь не то, как бы не столь важно, как бы. Главное, чтобы аппарат тот же был. Хотя, знаете, от рутины тоже многое зависит. Так, в принципе, мы на Ленина уже вышли, насколько вы догадались. Прохожу сейчас парк Славы, где мы с вами были в прошлый раз. Думаю, заходить мы в него не будем. Вообще, в планах есть сегодня посетить у нас парк культуры и отдыха города Матеевка, который тоже находится по Ленина, но дальше. Поэтому туда мы еще заглянем с вами. Давно я там не был. Конечно, сейчас уже ничего там не работает до тепла. Но, тем не менее, посмотрим, насколько там что изменилось. Потому что, наверное, последний раз там был год назад. Да, шоколад отменный. Я думаю, мы слишком уж задерживаться не будем по этим улицам. Наша основная цель, главная, это улица Тиверская, 17. Виталий ждет, поэтому не будем его испытывать терпение. Тем более, мы с вами уже именно здесь и гуляли в прошлый раз. Вот сам ПЮС, театр юного зрителя. Поэтому чего повторяться. Шоколад стараюсь пить быстрее, пока горячий. Остывает моментально. Ну а сейчас уже подходим к площади Ленина. Руки замерзают, с дома выходил, глянул погоду, температуру, минус 12 было. И как вот эти вот черные птицы не мерзнут. Вот такое сегодня у нас движение по Ленина. Машины есть, люди есть. Как всегда, город живет своей счастливой жизнью, если так можно выразиться. Каждый счастлив по-своему. Руки, конечно, без перчаток жестко мерзнут. Вообще, мне кажется, уже покраснение пошло. Надо одевать перчатки, а то отмерзнут. Сейчас допьем шоколад, да. Пойду сейчас вон до скамеечки. Повторюсь, а нас ожидает дорога где-то в километров 5-6. Тут по Ленина чуть больше, чуть меньше 4.
И дальше Тиневская, плюс мы по Плеханово прошли. Где-то примерно 5-6 километров мы сегодня с вами пройдем. Смотрите, какая изморозь за ночь упала. Сейчас у нас в районе 10 часов утра. Троллейбус помчал. Сейчас одеваем перчатки и идем дальше. Да, люди тепленько оделись. Капец, у меня пальцы отпадают. Я вот перчатки одел. И что-то пока никак не могу отогреться. Ну а так тепло. Именно тепло оделся. Знал, потому что далеко идти, и я много времени проведу на открытом воздухе. Также одел нагрудной держатель. Как бы вот так. Один раз его цеплял камеру. Крайне неудобно, особенно в перчатках. Снимать, одевать, включать. Тем более камеру неудобно на груди. Так в руках неудобно. Ну а без перчаток вообще невозможно, вот честно. Я попытался, но реально. Я вот дошел пока до площади Ленина без перчаток. Я просто очумел. Так, ладно, не будем, так сказать, отвлекаться сильно, повторяться. Надо идти. Пока, товарищ Ленин, мы идем дальше. Дальше идем по центру города Матвеевка. Поэтому я же говорю, наверное, я на грудной держатель цеплять камеру больше не буду. Ну или если потеплеет вдруг, то может быть. Мы так будем снимать с рук. Стабилизация вроде хорошая, поэтому как-то так. Подходим к бывшему кинотеатру «Континент». Или что это у нас было? Ну и сейчас там находится «Вектор». Магазин продуктов, супермаркет или маркет. Сегодня одел новые зимние ботинки, потому что в тех я, конечно, мерз. В тонких. Особенно сейчас морозы, поэтому я думаю самое то. Не знаю, может быть, назад и поедем на маршрутке до Плеханова. Посмотрим по состоянию. Замерзну, не замерзну. Люди собачками прогуливаются. Катались мы с вами здесь на велосипеде. И не раз. Ну, пешком не помню. Может быть, разочек здесь и проходил когда-то давным-давно. Ну, все повторяем. Смотрите, какое интересное украшение, да? Здесь балкон был. Я, в принципе, снимал уже этот момент, но я вот до сих пор понять не могу. То ли это просто декор здания, то ли реально был когда-то балкон, его заложили. Кто что знает об этом, напишите. Старожилы города Матвеевка. Мне это довольно-таки интересно. Потому что само здание не из новых. Видно, что старое. Старые здания, конечно, отличаются от новых. Так сразу в глаза бросаются. В принципе, мы по Ленина уже самые такие оживленные места прошли. Это до Вектора. Дальше уже идет все меньше и меньше людей, машин меньше не становится, а вот людей меньше. Потому что не сильно много таких любителей по такому морозу гулять, как я. Потому что все это расстояние можно, в принципе, было проехать на маршрутке. Быстрее было бы, удобнее. Но мы легких путей не ищем. Вот, видите, тоже окно и такая рамка. Но здесь окно. Вот я думаю, там то же самое было. Но его заложили. Это мы с вами движемся по центрально-городскому району города Матвеевка. А вот через дорогу уже у нас будет Кировский район. И поселок Планы находится в Кировском районе. Падает плитка. Надо быть осторожным, опасно.
а по сути 4 километра. Что такое для нас 4 километра, друзья? Это ни о чем, правда? Даже пешком. Если идти даже пешком. Включаем объявление. Почитаем, кто у нас тут. В принципе, все то же самое. Продают, предлагают и прочее. Ничего интересного. Знаете, друзья, при большом желании вообще можно большой километраж пройти по городу. Ну, когда будет потеплее. Я думаю, у нас будут и велосипедные прогулки, и вот такие вот пешие. Тоже, почему бы и нет. Будем больше видеть, больше буду показывать. Банда, центральная городская, на банду кировских нападает. О, начинается. Ого-го. Ну вот тут видите, чем дальше от центральных дорог, тем пешеходные дорожки точно уж в худшем состоянии. А тем временем у нас батарея уже 59%. Но почему я еще решился пешком идти и снимать при том? Потому что у меня есть новая батарея на GoPro. Поэтому это садится, и мы вставляем вторую. И будет нам счастье. А соответственно, и вам будет счастье, потому что вы дальше будете смотреть город Матеевка. Я думаю, многие до сих пор не понимают, зачем я это делаю. Зачем я так хожу, вот снимаю. Но если бы вы знали, сколько мне положительных отзывов люди присылают. В личку. Даже, скажем, в основном в личку. Потому что, ну, они знают мой контакт, да, там. Почту. И пишут. Пишут и просят опять-таки вот, как сейчас. Написал Виталик и попросил снять его родной дом. Откуда он уехал аж в 2000 году, представляете? 23 года тому назад. Знаете, вы, конечно, не поверите, но мне вдруг становится жарко. Вот реально. На солнышке особенно. Сегодня небо чистое, поэтому припекает, можно так сказать. Тем временем мы проходим улицу Ленина, 126. Быстренько мы так бегим навстречу улице Киевской. Посмотрим, как будет с зарядом батареи. Если что, на обратном пути поснимаем больше. Вот, есть работа. Пожалуйста, звоните. Может быть, вас возьмут на работу. Я вам скажу, что мы почти пришли. Вот уже недалеко у нас торговый центр Обжора. И мы чуть-чуть раньше сворачиваем, переходим через дорогу. И за этой Обжорой именно у нас будет улица Киевская. Ну и тут же рядышком у нас парк культуры и отдыха города Матеев. Вот тут, думаю, сейчас на светофоре перейдем дорогу. Аренда. Улица Ленина, 138А. Так, сейчас я немножко торможну. Посмотрим на карту. Куда нам все-таки свернуть, чтобы не ошибиться. По сути, все правильно, только нам надо не на светофоре свернуть, а чуть-чуть дальше. Потом мы выйдем на улицу Полицейской коммуны. Ну, оттуда уже улица Киевская будет наша. Мы ее возьмем. Идем дальше. Вот тут же у нас идет и парк, куда мы с вами, повторюсь, еще сходим. Можно было бы и сейчас, но наша цель главная — это все-таки сделать обзор для человека.
сюда уже, как говорится, паровозиком. Вон колесо обозрения виднеется. Я думаю, там можно будет нам походить. Никого разрешения спрашивать не надо. Территория вроде открыта. Главное ничего не ломать. Потому что ломать не строить. Вот тут мы с вами на пешеходном переходе и повернем. Улица Парижской коммуны. Интересное название. К чему бы оно? С Франции потянуло, так сказать. У нас и Обжора. И сейчас за Обжорой первая улица. Это у нас будет Тижская. Небо, как видите, идеально чистое. Сегодня погода просто вообще волшебная. Вот честно, хоть и мороз, но если тепленько одеться, одно удовольствие гулять. Я думаю, на велосипеде, если бы я ехал, я бы замерз. Что-то мне так кажется. А вот так пешком, ноги постоянно в движении, пальцы не мерзнут. То ли у меня ботинки просто хорошие. Не знаю.